Всем привет, и сегодняшнее видео — новогодние товары в Синсей и Фамилии по скидкам. Начнем с Синсея. Такая голубая машинка стоит 99 рублей. Выполнена она хорошо. Такая белая елка также стоит 99 рублей. Набор из таких ярких елочных игрушек стоит также 99 рублей. Также по 99 рублей есть кружки, к примеру, такая с подарком. И кружка с кэнди-кейнами. Золотые и серебряные кружки тоже стоят 99 рублей. 4 таких шарика также стоят 99 рублей. И такие разные фоны, вроде как, не знаю, как они правильно называются, также стоят 99 рублей. Есть щелкунчиками, с елкой, еще с другими щелкунчиками. Уже картинка покрупнее. И 99 рублей стоят не новогодние фоны, к примеру, с коалой такой. И еще есть фон с тигром, тоже 99 рублей. Также большие скидки в новогоднем отделе для кухни. К примеру, такие формочки стоят 149 рублей. Такой набор 99 рублей. Это для выпечки кексиков. Такие щипцы с пряничным человечком стоят 199 рублей. Зажимы 199 рублей. Мерные стаканчики стоят 149 рублей. Такая лопаточка 99 рублей стоит, и она с пряничным человечком. Такой набор стоит 399 рублей. В этот набор входит 5 предметов. Такой плед стоит 699 рублей. Подушка-пингвин стоит 499 рублей. Если кто не знал, в Синсее появились товары для животных. Я нашла последний костюм для собак в виде единорога. Стоит он 349 рублей. И был он в единственном размере эска. Думаю, скоро вы увидите шортс, где мои собаки будут в этом костюме. В Фамилии новогодний декор стоит еще дешевле, чем в Синсее. К примеру, такой набор елочных игрушек стоит 39 рублей. Набор елочных игрушек шишки стоит 99 рублей. Набор елочных игрушек красные шишки стоит 139 рублей. Один большой шар стоит 69 рублей. 49 рублей стоит набор из разных елочных игрушек. Набор из 6 малиновых шаров стоит 49 рублей. Фигурка Санты 15 сантиметров стоит 19 рублей. Такая фигурка Санты также 15 сантиметров и также стоит 19 рублей. Фигурка Звезда, цена 19 рублей. Такой Санта уже 20 сантиметров стоит также 19 рублей. Такая банка с заданиями стоит 169 рублей, здесь 50 свитков. Новогодний подсвечник стоит 29 рублей. Две елочных игрушки «Звезда» и «Елка» стоят 19 рублей. 4 игрушки на елку в виде сосулек стоят 29 рублей. 3 таких елочных игрушки стоят 29 рублей. 4 таких шарика стоят 19 рублей. Цена такого набора 49 рублей. 19 рублей стоит одна такая игрушка на елку, елочка. 19 рублей стоит 6 красных шаров. Все эти 4 вида мишуры стоят по 19 рублей. 19 рублей стоит гирлянда с золотыми звездочками. 5 красных бантиков стоит 49 рублей. Гирлянда с лимончиками и лампочками стоит по 349 рублей. Такая елка среднего размера стоит 149 рублей. 19 рублей стоит такая маленькая елочка. 99 рублей стоит такая маленькая уже украшенная елка. Также есть скидки на некоторые украшения и аксессуары для волос. К примеру, такой крабик стоит 76 рублей. Спасибо за просмотр. Всем пока-пока.